Доброго времени суток, YouTube, уважаемая комьюнити моего канала. И это будет социальным видео. Сказать я хочу очень коротко и просто. Убийство даже одного человека недопустимо ни в каком виде. Будь то ребенок, будь то взрослый, женщина, мужчина, воин, неважно кто. Если вы убиваете человека, это такой грех в любой религии. Убийство недопустимо. Убивать кого-либо, избивать кого-нибудь, насиловать кого-либо, убивать тем самым кого-либо недопустимо, невозможно. Этого делать нельзя ни в коем случае. Это огромный грех. Я человек простой, верующий, не воцерковленный, просто верующий. Я хочу сказать, что это недопустимо, не укладывается ни в какие нравственные, моральные, духовные рамки и нормы. Часто этим грешат врачи, врачи-убийцы, врачи, которые убивают своих пациентов. Сплошь и рядом по России это происходит. Понятно, что это происходит в случае каких-то военных действий, конфликтов и так далее. Убийство другого человека недопустимо. Я знаю, что существуют моменты психических патологий, когда психически больные совершают убийство. Очень часто этим грешат женщины, убивая своих детей. Не мужчины, а женщины убивают своих детей. Это недопустимо. Кровь на ваших руках – это безмерный грех. И это не грех, это грех в, не знаю, в каких процентах и миллионах. В последнее время я все чаще и чаще наблюдаю такие явления. Убийство, 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 убийство врачами своих пациентов, убийство матерей, матерями своих детей, убийство в случае каких-то конфликтов бытовых, межгосударственных, каких угодно. Убийство человека недопустимо. Это не укладывается в сознании любого здравомыслящего человека. Убийство по неосторожности недопустимо. Человек должен нести не Божье, а человеческое наказание. Любой вид убийства – это безмерный грех. А их становится все больше и больше и больше. Люди, человеки, род людской, мы идем куда-то не туда. Кругом одна ненависть, агрессия и убийство. Огромное количество убийств. Это недопустимо, ни в коем случае. Даже мысли такой допускать нельзя, что человек может убить другого человека. Это не укладывается в сознании. А мы видим только кровь и смерть. С экранов телевизора, из YouTube, с интернета. Одна смерть. Люди призывают к смерти, к убийствам. Это недопустимо. Даже думать об этом, уж тем более призывать к этому. Это страшно. На этом все.